Мы находимся на неделе российского ритейла, второй день, разговариваем с нашими гостями и экспонентами. Денис, расскажите, какие цели преследуете, что вы тут делаете, и как вам сама неделя, какие впечатления? На самом деле показываем новое оборудование для сегмента хорика и ритейл. Это маленькие укупорочные аппараты, которые могут работать совместно с соковыжималками смузи. И, соответственно, показываем новую упаковку. Это баночка, PET-баночка, алюминиевая баночка, в которую легко можно на месте упаковать разные напитки. PET-баночка позволяет украсить этот напиток. И, соответственно, такая категория, как свежевыжатые соки и смузи, которые традиционно упаковываются в маленькие форматы, на полке выглядят лучше и продаются лучше, привлекают к себе внимание. Как вам аудитория, которая здесь находится? Есть ли среди них будущие ваши контрагенты, покупатели? На самом деле видим живой интерес с первого дня. Подходят представители сетей. Безусловно, интересен такой формат в связи с тем, что продукты для здорового питания или произведенные на месте сейчас предлагаются практически всеми крупными сетями. Мы на самом деле в этом смысле очень интересное решение для таких. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями. Thank you.